переправа через Обь в этом году у нас проходит в реверсивном движении. То есть оттуда машины проедут, потом шлагбаум открывает, отсюда машины проедут. Первый раз на моей памяти такое происходит. То есть отработали в этом году зимник очень хреново. Обчищена полоса, не разъедешься. Намораживают, конечно, что-то пытается. Работает один тракторок еле-еле. МТЗ. Что-то где-то пошло не так. Газели не пускает, знак стоит 3 тонны. Пойма тоже никудышная. Как стиральная доска. А послезавтра уже 31 декабря. То ли поторопились открыть, то ли не доделали. Но, возможно, выделили деньги. Деньги разошлись в непонятном направлении. Поэтому на зимнике ни техники толком, ничего нету. Вот такие вот дела, ребята. Добро пожаловать на север.